Пустые классы и коридоры в Шелиховской школе номер один сегодня никого. Уроки пришлось отменить из-за коммунальной аварии на сетях. Часть города осталась без тепла и горячей воды. В двух детсадах установили дополнительные обогреватели. Устранить аварию и ее последствия удалось довольно быстро. В 5 часу дня жилые дома и соцобъекты начали подключать к отоплению.